Меня зовут Сташона Калес, я являюсь студентом Полского государственного университета. Прошлым летом я работал на атомной электростанции в составе студенческого отряда. Ведь будущее за атомной энергией. В Беларуси довольно много стало появляться электромобилей, но, к сожалению, не нашего производства. Будет ли производиться электромобили в нашей стране? Я ярый сторонник электромобилей. Это будущее. И хорошо, что в мире выработался вот этот тренд. Я это давно уже почувствовал. Образцы есть. Я недавно был на полигоне, видел эти образцы. Это не только для как легковой транспорт, но и как грузовички, электромобили. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене. И с учетом того, что мы атомную станцию вводим в строй, и у нас будет не избыток. Избытка никогда не будет. Мы просто меньше будем потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде у себя на рынке. За этим будущее, ты правильно сказал, за этим будущее атомная энергия – это, во-первых, чистота. Ну, естественно, безопасность должна быть обеспечена. Мы уже значительно продвинулись в плане безопасности. В мире хватает безопасных станций. Это одна из самых лучших станций мира, почему мы ее и выбрали. Одна проблема. У нас импортная батарея. Это главное. Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания вот этих батарей, которые в мире неизвестны. И я уверен, что вот в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому, на Джили, по китайским технологиям, с китайцами, мы будем производить свой электрический автомобиль. Поэтому это уже реалии.